Окружающие ценят этих людей и ищут совместного общения с ними. И часто ищут у них совета, поскольку они уравновешены, рассудительны и способны вникнуть в суть чужих проблем. Для этого имени характерно проявление заботы, ответственности, дисциплинированности, плюс данной личности склонны к романтике. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Иногда в этой личности присутствуют вибрации, указывающие на душевную слабость, то мы можем быть уверены, что имеем дело с личностью, склонной к депрессии, фобии или навязчивости. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Любимые увлечения владельцев этого имени – занятия домашними делами. Они добросовестные, исполнительные работники, прекрасно ладят с окружающими. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Если их личная жизнь складывается удачно, то из этих людей получаются прекрасные супруги, заботливые родители, верные хранители семейных ценностей. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Бывают со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеют способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.